конях, нахуй. Гера все равно нет, да. Эй, дайте кулак, кашку. Варен. Только эй, дайте кулак. Наш шейпер вообще, бля, я смотрю, любит падать. Сколько у тебя уже смертей там за это? Дайте каску, Вару. Чё вы? До чего? Если мы лича не убьем. Мы же ее будем бить как на ступенечках. Хотите сходить? Цирку ли хуже? Там вообще нету, по-моему. Как мне говорили, кулаком по клаве. Вся ротация. Это у ретрика так получается. Ретрик это вообще джойстик одну кнопку. Сейчас взрыв будет. Сейчас, стойте, стойте, стойте. Разбежались. Их чуть-чуть не хватило ДПС на ачиву. Крутанить экран, кран. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Да, бля, друг хилит, конечно, мощно. Ебануться, блядь, пиздец. Посох. Огонь просто. Я хуеваю просто. Редко увидишь кого-то, кто холипала больше хилит. Хороший без. Холипал сломался, несите нового. Так я не знаю, пацаны. Ты, наверное, да, там часто отдыхаешь? Я просто, блядь, охуеваю. Вообще пизда. Ты чё, класс. Я даже не потею. Я просто иду на релакс, слушаю музыку. Просто на себя, блядь, в длинном канале. Вы даже не представляете, как это охуенно. Я ещё молот гнева вам ебашу, понимаете? Когда на... Хуйня, блядь.
Я вам скажу, вот так должны друиды хилить вообще. Холи палы, хоть с джагой, не джагой. Какая разница? Я белку перехиливаю в 248-м, она ИВЛ. Мастер Ролл опять в целка с анролом собирает. Вильди. Кулак дайте Пепу, лоб. Он без кулака, без каски. Дал ему каску. Куда эти ПЗ не зажимайте перед капли. Куда эту херню что-то сносим? Гоу, равен, мы к тебе. Равен, стой на месте. Мы к тебе будем сбегаться. Ты на самый здоровый. Блин. Тут я 58. Равен, иди ты под мили. Я бить там не могу. Смотри, как по мне будет вот эти. Дима. Это чё было? Ничего не отнялось. Сака. О. Да. Вообще урон от сак. Максимум. Я не сбегаюсь, короче. 3000. Уже не надо сбегать по всяка. Ты не сможешь. ДЗ, да. Полтора минуты. Так, ну что, посмотрим. 13 урон. 8. 900 блокирует чуточек, мочит ник. 1000 блокирует. 9800 блокирует. 9800. Что там еще? 1000 блокирует. 1200 блок. 6000 блок. Ну да, 15 уже кидает. У меня шатка. У меня на 7 стак откатится БЗ. Зачем мне все это так? Равен, за тобой привяжусь, отойду быстро, только не потеряю. Ну смотри, какой плащ. У меня уже да, лед, поэтому кому надо берить, соберите, возьмите на танк. Рога.
код. Тифон пройдет. Капец. Я же вижу, просто если белка с тифон, я. Крам, кто там остался? Шаман? Ой, не крам. Слышите меня или нет? И все, пизда. Да, 25 обычка просто будет ложиться. Мы все захилено просто. На изи. Вообще огонь. Вообще, сука, огонь, вообще пиздец. Смотри, ну ты посмотри, посмотри, ебать, на этот хил, вообще просто изи. За дверью останемся. Лок. Лок, заходи. ХП просто нет. Понимаете, что балом я юзу лужу, я юзу даже мод гнева на боссах. Ну прикинь, а? Какой именно стилуха, а? Айзер, ты же не юзаешь? Не. Монашки стилуха. Понял, да, я понял. Я даже не могу в таргет ставить жучков. А вот могу. Теперь кур, да, пацаны? Я же сказал, просил. Там минуту две, покурить просто и все. Угу. Все равно лок дохнет. Я ушел. А что это за сбор такой у вас? Ты про целка с анролом? Не, я про то, что это до набор идет, типа я не нужен замены. Да у нас нет пока сбора, или это мастерол какой-то свой рейд собирает. Ну это вторая десятка, да? Не знаю, да, у него спроси. Помните, здесь красный шлезнюк взрывается, да, потом? Я просто на профита ни разу не был. Потом мы типа убегаем, да? Да. Если догоняет цель, паладины дают боб. У нас будет два свободных впала. Ну, на него метка кидается, короче, он убегает, правильно? Метка убегает, да, от красного. Да, она не метка, просто кидается, ты увидишь, ты вырастешь.
вырастаешь, на тебе крест появляется, и слизень за тобой гонится, такая красная. Красная, ну, я понял. Я был, просто я именно здесь не был, поэтому, может, что-то какие-то нюансы. Нужно, короче, текать от него. Не, я один раз был, бля, это вообще капец. Как Рэл начал объяснять тут тактику, это было очень жестко. Лок ЦС не трать пока, скорее всего придется давать его на Сабири, чтобы был диван. Хорошо, пока придержу. Да, работают Сабири, тут все так. Мы же убивали профа в прошлый раз. Обмен. Ну что, обманулся обмен, что ли? Возможно. Он часто багается. Подорвай разочек еще. Нихера. Логуем с тобой. Кукуватника садят, да? Или пофиг? Куклу, говорю, ватника садят или пофиг? Да пофиг у кого, на самом деле. Можно милик посадить. Ну, танка. Вообще танк, потому что он не дамажит. Да, да. Все верно. А чё, у нас уже лимон тоже так ставят профа на 25 герри? Ну, типа в слизне. Его сразу бьют. Там смотри, как ставят профа таким образом, чтобы милики кливали профа в жопу. То есть его мордой. Ну, я понял. Раньше просто так не били, когда я еще ходил. Раньше не били, потому что слизнем не сделали ускорение. Был какой-то фикс. А, точно. Да, я помню, говорили это, но я не думал, что тактику поменяли из-за этого. Да, из-за этого поменяли тактику все на целка. То есть там первую неделю все вай... Где? Ага. Из-за этого... Честно, стали бить там. По ханту. А, ребята, кто вел в четверг виклик? Войт. А вопрос такой, а вы заменам начислили ЕПГП или нет? Войт пока отошел, наверное. А, нужно проверить, потому что есть подозрение, что не зачислили. А, и, скорее всего, не начислили. А там же не было, да, замен. Потому что... В смысле, не были замены? Ну, там людей же искали, ты вспомни, вроде бы искал. Смотри, как было. Было так, что пришли люди на замену, там было, по-моему, 6 или 8 человек на замену в 7-8 группах. Вот сказал, если кому-то лут не нужен, добытчик, вот, можете пойти, как бы уступить, вот, и два человека уступили, все остальные ушли. И потом, когда мы добирали РС-ку, мы в итоге убили 24 человека, мы нашли только 3 замены. Не, стоп, а про РС-ку это отдельная тема, речь идет о Вике. ЕП, те, кто пришли, я не знаю, получали ли они за сбор, вот, но за то, что они пришли на замену, они ЕП не... А там же, наверное, ЕП кто? Войт разве? Может, Артем начислил? Ну, нет, там должны были же за замену начислить. ЕП. Нет, такого Артема потом спроси. Он вроде был точно Артем. Да, вроде был какой-то старейшина или... Нет, так ГМ был. Медвей был. У него, да. Он начислял ЕП. А у кого скрин есть того, кто на замену сел? Наверное, у него тоже есть. Вот Войт пришел. По-моему, он не делал, но надо вопрос поднять. Просто, как я понимаю, людям не начислили. Понимаешь, мы даже пошли дальше в обычке, мы шли в 24 тела, потому что 25-го тела не было. Кому давать? За что давать? Да я, обычке? Да вспомните, там, наверное, на магике где-то начали уходить, еле добирали, еле-еле долго искали. А после ИК ливнуло двое, и в итоге мы без нити пошли, потому что не было никого на замене. Да. Кому что давать? И один драйвер, у нас был вайп, тупо не хватило ДПС, 7%. Так что, не знаю, вообще, вот эту ЕПС замену можно давать, конечно, людям за то, что не пришли, вот, но если они не попали в рейд, то пусть сидят, ждут места, а давать им просто за то, что не пришли, фулл ЕПС. Ну, вообще, борода. Если честно, смущает, блядь, за десятку. Я могу прийти, сидеть в восьмой группе, регать БГ, и вообще отлично получать, тупо ЕП не за. Рыбу допейте, доешь, кто не ест.
так себе. У меня тоже есть на... Я случайно стрельнул? Красава, блядь. Или это не я? Ты. В смысле это не ты, блядь? Красава, блядь. Можно ложиться. А как я стрельнул, блядь? Просто ты... Тут ханты баганы. Нажимаешь right click, и он пулится. Поставь портал не в центр. Нахуй тебя в центр. Нет. Сам стой, где хан. Портал поставь у тебя. Зеленого порталом свали. Еще у меня есть прав. Что-то я ничего не чувствую. Честер есть диван, если что. На будущее. Хиллер, говорите все одной группе. Ребят, спрашивайте. Еще один зеленый. Два процента.
еще раз оплюну. Убивать слизня. Все в морду бьем его. Во. Хилы, РДД, в дереве стойте все. В дереве стойте. Черт, дали. Что-то шаман нахуй слакает сильно. Честер, блядь. Как пивко, блядь, честер. Диван решил отдать без команды. Вот. Не забирай. Да, нужно, чтобы он кобу поставил и все, и потом забрал его. Вот. Че, где мой? Нет, вроде. Бед какой-то. Паладин арпал, тебе 1 000 000 ГП, понял? Смотрите, какой поезд на РДД, нормально. Потому что, блядь, чё он диван не дал, нахуй, не понял. У него был КД. А, да, я... Он писал. На диван, диван КД? КД? Какой нахуй КД диван? Ты чё, уже... На Дерите был КД, он дал диван кому-то. Когда профит ему Гурский. Он писал в чате, Честер. Ай, блядь. Ладно, я понял. А это замены, которые были в 25-ке. Ну, у нас, смотри, у нас принято было, что... Я извиняюсь, что я перебиваю. У нас принято так, что люди, если что, прыгают в десятку параллельно вот этим грудной. И если нужно, они оттуда дернутся, если нужно замену. Просто озвучивается, что нужно, чтобы сорвался человек с десятки на замену свою. Он сразу срывается оттуда, просто ливает сюда. Просто они, грубо говоря, цель параллельно закрывать виклик сделать. Эти чуваки, они лично от Тёмы получили ЕПГП. Если я не ошибаюсь, мы потом не набирали еще кого-то, мы сильно особо не пытались кого-то донабрать, мы тем составом просто решили добивать и все. Ну, то есть мы замену не дергали тогда просто вообще. А что вообще такое вопрос? Ну, это при Тёме было еще. Русский, что ты там такой вопрос? Что-то хотел спросить Гурский. Мы людей не дергали замену, то есть мы собрали людей, которые, грубо говоря, пришли на викли, ответили их. А, стоп.
Мы не просили вроде бы. Посмотри внимательно, мы по-моему, просили. Никого не звали на замену. Тебя не было тогда. Ты же на замену куда-то ушел. Да, когда чувак ушел, ему Тёма выдал ГП, отчитал его. Ты пришел, было озвучено о том, что человек поступил как ну, мудак, ему за это начислили ГП. А потом второй человек культурно сказал о том, что вот так и так и так, и все. И после этого, ну, после этого с замены не озвучивалось, никто никого не дергал. У меня лишь два вопроса, блядь. За замену дается полное ЕП? Первый вопрос. Я считаю, что не стоит давать полное. Нет, нет, я вообще спрашиваю, полное ЕП дается за замену? Да. Куски. Куски, блядь, понятно. Ну, в смысле, не было. Их отпустили, их взяли на замену, но их с замены не... И дали ГП, ЕП, то есть ему? Им не дали ЕП за то, что они пришли на виклик и сели на замену. Дергают. Их никого не дергали. И не и их тех, кто были в десятке, никого не дергали. В том, если бы кого-то позвали, естественно, они дернулись бы. Просто никто их не позвал оттуда. Как их дергать? Гичат это, короче, не повод для того, чтобы... Ну, смотри, ты пишешь конкретно человеку, что с замены и все, да, принимай пати. Все, этот человек, независимо от того... Нужно лично писать человеку в ПМ, дрочить его, да, что пошли. Ну они сидели в голосе в соседнем канале, они готовы были точно так же сорваться. У нас были. Спустите такой, вниз их с лестницы. Смотри, у нас был такой прецедент, когда у нас в десятке тоже были мы. То же самое я сел на замену, Кристина села на замену, но и мы сидели в соседнем канале. Кто-то точно так же вылетел, зашел РЛ, сказал, один человек с замены, с десятки, давайте в рейд. Все, тут же, я не помню, кто именно ливнул, из десятки сказал, ребят, на замену должен, все. Да, он прыгнул с десятки, ливнул, его тут же взяли в 25-ку, и все, он пошел дальше. Ну, просто-напросто, фактически, людей тоже 10 человек сидеть на привязи. Тут вопрос в том, что он... сразу контроль идет, не сказал им, типа, все, да, ты пати принимай. Ну, понимаете? Подожди, я перебью, слишком много времени занимает это, мы бы уже убили совет, пока вы, блядь, разговаривали. Отложите базар этот до Midway. Придет Midway, будет не рейдовая ситуация, поговорите, все, мне надо... Да, все, принято. Ну, я просто к тому, что скажу, что у тех людей, которые отметились на замену, грубо говоря, никому из них не кидали пати, не говорили, типа, принимай пати, фактически в рейд. Ну, я считаю, что эти люди... А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, заебали, заткнитесь. Да-да-да-да. Все, проехали. Эти люди должны сидеть в РК. Его морда хитрая. Нет, да, все верно, ждем Тему. Но смотрите, просто не поймите меня неправильно, да, была такая ситуация уже, и в данной ситуации. Человека, они сидели на канал ниже от нашей 25-ки и точно так же. Поняли уже. Да. Все. Люди сами бегают с рейдом, они бегают. Надоело. Не верьте ему, у него морда хитрая. Ты че, я, блядь, сейчас психанул нахуй, иду в другой РК. Блачдан, да, блядь, ты без обид. Блачдан, стоп. Все. У тебя есть тупая привычка, очень плохая. Ты одно и то же рассказываешь, блядь, под 48 раз. Разными словами. Нахуй, это бесит вообще конкретно. Просто отлично. Бесит, блядь.
не знаю, нахуй, у меня руки начинают трястись, пожалуйста. О-о-о, замечательно. Накати. Срочно накати. Лачдан, слышь, а что ты там по поводу замены хотел сказать? Не надо, я руки спросил по поводу замены. Меня нужно дернуть с замены, хорошо, готов ловить пати. Кто на замене, того кикайте. Все, я ушел. Что там четверг было в 25-ках, я не понял. Да-да-да. Так, а вообще стоит или не стоит на замену записываться? Ну, не знаю, я со второго босса спросил на замену, да-да, все, сижу, сидим с собой на... Я бы вообще за десятки нахер отменил. Ну, это, да, это полная дичь за десятки. Ну, вы представьте себе ситуацию. Окей, собирается десятка в данный момент. Сейчас нам вся гильдия 30 человек, блядь, плюсанет на замену. Это чучело. Ну, реально, и должна будет обязательно идти вторая десятка. Похрен, ну, какие-то. Да нет, я просто вообще так тебе говорю. Ну ты представь, 10 пошло, 10 сидит на замену. Нет, вторая десятка обязательно должна идти. Вторая десятка, а на второй десятке нет состава. Эти 10 человек, типа, получается, что у них нет состава. Идет без оговорок. Подождите, с десяток не начисляется, что вы спорите? Начисляется же. Кто я сколько раз наблюдаю, челики пошли. Да, за все остальное нет. Ну, кара 10 и коня не зачисляются. Тон, да, это бред. Все, ребят, давайте, стоп. Стоп-флут. Тут сейчас достаточно 25-х, чтобы десятку отменять. Двадцатьпятки, да. Двадцатьпятки были нормально. Лимон, о! Закончи-то закончил, но если что-то пропустил, он может повторить. Шмот не нужен, бывает нужен квест. А сидеть на замене квест не сделаешь. Нахрена эта замена нужна? Лок. С каким петом ты? Беса вызывать. Ой, блядь. Людей, да? Я понял. Бес вербил хоть. Конечно, ему надо помогать мне, я сам не подобью. Ну пусть на дровосека стоит перехват. Пусть дровосек. Не, он вызвал уже беса, я вижу. Да нет, лог просто одну кинетику направляй пета, а другие я буду подбивать. Я буду видеть, на какой пет кинетику бьет. Я согласен, Вовика, получается, есть замены, и ты бегаешь, блядь, ищешь их нахуй. То есть, получается, что тебе замен нужнее, чем людям, а должно быть наоборот. То есть, люди должны в РК сидеть. Да, они сидят, и оп, топов, сразу, блядь, возьми меня. Вот такая должна быть. А не то, что ты присидел и получил ЕП свой. Согласен, я вот против этого. Лог, дальнюю кинетику возле стены направь это. Еле удержал. Помогайте мне. Здравствуйте, ребята. Привет, Лю.
Здорово. А чё? Двадцатьпятка. Замена. А десятка, не двадцатьпятка. Хорошая. Матер на канале, да я только проснулась, я ищу Торму. Пес. Блядь. Еще тебе сейчас взорвется. Я не вижу Лока, Пет стоит просто. Алло. Он куда-то стрельнет? Я такое не прочитаю, блядь. Габриэль, нахуй. Давай стреляй, сука. Выход. Меня проигрывать нельзя. Покажи. Забагался. Нет. Не. БГ? БГ? БГ. Алло, алло. БГ. БГ. Все сферы поджал. Лок сорвал сферы, побежал, дыхнул. Потом садись. Да? Ты сферы забрал. Цель другая. Если ты хочешь еще угореть, посмотри горячие головы в Чарли приводе Михалёва и Володарский. Да, надо на этого босса всегда замену просить, как он меня, блядь, бесит. По сферам не игра. Падает. Скифон, бери себе на кота. Класс, тактика серьезная, чтобы он стан не дал. Фир изгнания, плохо посадить на него, как вы выйти, все. Тоже норм. Хорошо, что здесь на трэш работают все эта хрень. Мне это нравится. Это прям настоящий PvP с трэш. Он лучше всего применить. Вообще никто не может не с утра где. Мысли в одной точке. Не, ренжа нужна. Пак сносим, набрали ранг. У меня до лича, блядь, стрел не хватит.
под Войт Инженер. Есть лов. Чё? Войт Инженер делает тебе стрелку. Спасибо, бля. Я и сам себя... Я и сам себя нихуёвый инженер, но... Как бы я Хантом играл без НЖ, блядь. Ты чё, наркоман? Ты меня просил... Ну, одна из лучших. Ну, она, типа, на каждого по-своему, ну, типа, лучшая профаюва считается. Ну, это мое мнение, чисто. А остальное все, блядь, каждый в себе плюсует какую-то иную профу. Угу. Но тут, ну, наверное, да. Хер его знает. Инчант, наверное, самый прибыльный будет. Чё, почему инчант? А, нет, травка, наверное, все равно. Травка, алхимка, это на всех серверах. Юля, ты в курсе, что тут Честер сидит, блядь, довольный, нахуй, пиздец, с улыбкой до ушей? Нашел себе брата, блядь, все, пиздец, сидит довольный. Ну, у нас Кифон хилит Честер, аж, блядь, балдеет. Говорит, одной рукой хилю, блядь. Вот тебе Гурыч напоминает Канобыч у тебя? Нет, Каноб не повтори. Анечка самый лучший. Как матерился, как песня просто льется мат. И он ведь всех мамок знал, всех, каждого на сервере. Не, я, бля, если так, из всех, с кем я ходил, кто матами гнет очень жестко, это с пятой стихии ГМ был. Это пиздец просто. Там, бля, да, у него прям такой словерный запас, этот, бля, словерный, говорю. Такой, блядь, богатый, он так обосрёт, блядь, это пиздец просто. Не, мне кажется... Да они два сапога пара, и их, наверное, вместе свести, блядь, это все пиздец будет, на. Вдвоем останутся в рейде, на. Ценём, дай пристабах. Они, кстати, хорошо всегда. Кто-кто? Кто матерился. Каноб всегда хорошо рейдил, мне очень нравится. ФСД. Чё, как делаем? Я напульваю опять? Или мне все же перестать напуливать? О, да. Санёк, пошли направо. Меня укусишь. Я точно зеркало. Нет, если я могу зеркало ловить, потом стопаю домах до укуса. До агра, как вижу, там я 3-4 начинаю бить. Окей. Давай, мульт. Хорош. Кого? Ого. Чего? Там мульт кушает. Улучшенного нет. Обычный. Мне на... Ну, если прист играет через Т4, он бьет взрывом по КД. 5 очков взрыв кидается. Типа я могу вкачать, но я потеряю урон. И смысл. Ну, 10, нет. И я вас также буду, блядь, хилить. Ну, смысл. Это бред, блядь. Так только дебилы делают. Ну, свое мнение не спорьте. А я меньше буду хилить рейд, если я вкачаю. Потому что я потеряю ДПСа кучу, блядь. Почему мушмот нужен? Только в Т10. Ну да.
Ну, агрос кинься, да. Кину. А я не буду напуливать. Ману тратить еще. Пусть кидает. Твою пусть тратит. Там вкусный сдох. Никаких не было. Ничего не было. Все, я уже упал. Если вы бэрить, бэрьте. Бэрьте в ранжу. Я, да, ворокусил. Ой, пала. Окей. Сейчас дашь меня в сакро в откате. Я говорю, в откате она. Потому что дал. Ну вот, 20 секунд. Сейчас там гимн какой-то. Кусил друида. Теперь повесь. Даю, даю диспел, даю гимн. Даю. На ману еще прочитать. Даю. Шаман опять слакает, да. Ой, да, да, едь чуть-чуть отмели. Раньше все ближе. Мне не похуй. Миликами. У меня 25. Видишь, в рейсере начинает таймер тикать, когда 10 секунд, и 9, 8, 7. Киллбот то же самое показывает. Лул говно опять какое-то. Да, блядский фон, ты жестко хилишь. Нормально хилит, да? Есть хилы? 9500 на хиле охереть можно. 13. Ну, бля, Юля, спроси у Юли, кого она перехиливала, бля, ёпта. Шмот хороший. А Шаманов вот одеты. Нихуёво одеты. Дело не в этом, просто тут слабенько. Бля, расскажите, как Прося, бля, 380-го шамана перехиливал. 380-го? Так у вас наркоманы в рейде, всё понятно. Сейчас я подойду одну минуту. 37, с какого вас он говорил? И здесь правда слабохи. Да не, не, скифон хорошо фильм. Ой, не забыл здесь... вот этих воительниц надо держать поротни. Да. Мы с тобой плечо, правая, плечо. Вот правая моя. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Вы профа ковыряли? Уже убили, да.
в каких человек. Да мы пока идем как-то, да, это очень так бодро. Новых было у кого-то. Вот ну, лог не наш вроде, правильно? Из наших. Лог друид и паладин. Лог наш, ты чё? А, лог наш. У нас все с гильдии, 100%. Всё, великолепно. Всё, в РС-ку ещё лог ещё один есть. А лог демон или нет? Да. О, вообще шикардос. 8 продал. Да, не профаул, билд и синдру битвит. Ну, профа там нужно единственное спорт. Да тут блядь, если убивает рейд профа, убьет он тут по идее и все. Чему? Ты нормально? Нормально все. Держу одного моба. Не норм. Нормально, он общался с людьми, бля, пока ты там обрыгивался. А, Честер уже, блядь, себе Юля нахуй забирает хороших хилов, напарники всех перемахивает. Я что буду делать? Он тут уже заходи почаще, будем с тобой хилить, будем друзья, бля. Какой же полис, я ему все. Потом они бухать еще вместе. Да, да, да. В дискорде. Да ты смотри в чате, Честер тут, блядь, нахуй уже все, блядь, там смотри, уже там, блядь. Там без роста, видишь, да ты пиздец супер классный, да мы без роста. Идем, блядь. Давай, воитель, что ты мою бьешь? Возьми себе, блядь. Рост для слабаков, главное скифон в рейде, нахуй этот рост. Потом татуху себе набьет скифон, блядь. Все понятно. Я понял, о чем ты, я помню эту серию. Обновите кулак. Ты залил там, да? У тебя просил Честер, чтобы ты Эрдрумана там залил, видишь? Он уже прям по-братски там сидел. Я, блядь, смотрю, это вообще пиздец. Кто там жопу подставил? А главное, чем прикол, Честера тут нету, да? Нету он в отдельном, но он чатик пишет залейте. Манер, блядь. Ну все, блядь. Все уже скифон, защиту пошел братана защищать. Все, бля, нашли друг друга. Один рейд. Блин, нахуй, залейте ману, а? Ману залейте, блядь, а? Друиду, виски. Друиду. Ману залейте, блядь, холи палу. Вы слышите, как он говорит, блядь? Как с баром. Да. И ушел. Да, он там, наверное, гасит.
Он к концу рейда вообще, наверное, просто там... Жить к нему, жить к нему переедет. Гниющих сухожилий. Я там заумный.